В молодежном центре подвели итоги онлайн-конкурса среди некоммерческих организаций. Участники делали видео-поздравления ко Всемирному дню НКО. Им нужно было разместить пост в социальных сетях. Это видеоролики, открытки и другие материалы. Приняли участие 15 организаций. Комиссии, которые отсматривали эти ролики, пришлось поменять номинации, с которыми мы обращались и выходили на этот конкурс. Потому что основная часть роликов была настолько интересной для нас, для людей, которые непосредственно общаются с некоммерческими организациями, работают с ними, что мы поменяли номинации. И у нас номинации стали более человеческие, более живые, более интересные вот с этой точки зрения. Из всех команд 13 стали победителями конкурса.